Здравствуйте! Рада вас видеть! С вами Климович Янина. Хочу показать вам свой обычный день. В 9 звенит звонок на уроки. Давайте заглянем на один из них. Следующий пункт – подготовка к олимпиадам. Дальше подготовка к соревнованиям по баскетболу. А теперь готовлюсь к съемке видео для конкурса «Аккорды мужества». За школьную жизнь у меня накопилось очень много наград. После школы я спешу на репетицию, где танцую, пою, веселюсь, играю, душой и телом отдыхаю. Чому я у таким традиционным оденьем, спытаетесь вы? Я являюсь удельницей узорного фольклорного гурта Волошки Новинского сельского дома культуры. Разом с Волошками мы танчим народные побытовые танцы, спеваем фольклорные песни, принимаем активный удел у народных святых и обрадах, а так само у самобытном обраде тягнуть каляду на дуба. У гэтым годзе мы удзельнічалі ў шматлікіх тэлепраектах. У скарбонцы Волошак шмат узнагарод. А так само моих особовых. Ой, там девочка плясала. После репетиции остается время и на любимое хобби. Собственно, вот и завершается мой день. Осталось только сделать уроки. Спасибо, что были со мной. До свидания.